Хей, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем родить игруху под названием Dark Souls Remastered. Блин, я не помню, с помощью чего я снимал Dark Souls, потому что раньше, мне кажется, игра, я не сворачивал ее постоянно. Окей, я вернулся опять в тот же момент, где у нас Гидра. Поэтому... Сейчас мы вот этот моментик промансуем. Так, по идее они должны меня атаковать. Не таким способом. Ой, там пропасть. Тихо, они меня уже атаковали. Так, готово. Тихо. Так, одна есть. И я прямо на эту, да, прыгнул? Угу, кайф. Но вода меня здесь не достает, как я понял. Давай, 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 ну встань же ты. О, попал. Как мне понять, в какую сторону они будут бить? Вот-вот-вот, ну. Хил-хил-хил. Блин, осталось там один удар по этой голове. Куда? Куда отходишь? Давай, 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 еще немного. Раз, два. Успел, 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 успел. Да елки, вы издеваетесь, я не попал. Вот по тебе я попал. По тебе я попал. И по тебе я попал. Давай, давай, давай. А чё вы стреляете? Гадюки, я уже на краю стою. Тут один остался. Головастый. Куда мы пуляем? Блять! Именно. Когда оставался один, всего лишь какой-то один, ваша ж мать, удар? Нет, мы его не убили. Я упал в пропасть. Каев. Ну почему бы и нет? Ведь это так прикольно, падать в пропасти. А теперь мне нужно бежать обратно, драться со всеми этими странными големами, которые мне не всрались. И жизнь удалась, да? Тупая змеюка. Теперь все по новой делать.
Давай шустрее, надоел. Этих еще нужно без урона убить. Давай шустрее, пожалуйста. Он уже второй прибежал. Угу. Угу, класс. Кайф. Просто класс. Ладно, один урон, если что, впитаю. От змеюки отхилюсь. Поехали. Блин, а есть еще безопасное место, куда я могу, в принципе, залезть и убить гадюку эту? Ой, блядь. Вот нужно мне было еще ближе к центру подойти, на всякий случай. Чтобы наверняка... Сдохну или не сдохну? Три. Все. Готов. О, мерцающий титанит. Здрасте. Получай плюшку. Блин, ну как я мог, блин, упасть? Просто упасть уже все на финале. Это пипец. Я все равно не понял, как уворачиваться от голов этих. Ой-ой-ой. Неужели это придется хилиться? А это придется хилиться. Давайте. Прямо в меня, да? Так, минус один. Вставай, бей, 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 бей. Хилимся. Катина. Не бей ее ты так. Угу, угу. О, я уже около пропасти. Я уже около пропасти опять. Зараза. А можно не так убивать? Вы что, издеваетесь? Где пропасть? Ну, вот где мне нужно было бить? Это сложно. Плюс я не вижу пропасти. Наконец-то. Наконец-то.
давай, давай, давай. О! Фартануло. Отлично. Одна голова осталась. Осталось не упасть. А, все, вижу я пропасть, вижу. Так, а подожди. Если так... А, если я так, будет долго. Ой, бля, как мне тебя грохнуть? Она ж там бьет. Фиг тут около дырки этой. Ладно, я понял. Тихо. Кайф. Именно то, что я хотел. Ай, боже. Будем бить ее так. А больше у меня никаких других стрел нету, да? Подождите. Да, больше мне нету стрел. Ну, тогда так буду добивать. Все равно больше никак. Она и мне не дает себя ударить, потому что она там в пропасти. Да, неужели? Кольцо с корон... с короной заката. Нифига себе. Неужели? Да, опасно место. Нечего сказать. Блин, там где-то мост был, я помню. Так, около водопада есть проход. Понать. А вот этот и подъем. Так, что за колечко? Позволяет творить дополнительное заклинание, но отнимает половину здоровья. Нифига себе. Все, вижу проход, побежали. Так, у меня 10 тысяч на руках. Мне кажется, без одежды я был бы намного быстрее. У нас что, здесь что, вообще нифига? Прикольно. Ладненько. Подожди, точно? Да, точно. Что, я не понимаю, мне что, раздеваться, чтобы быстрее бегать? Я вот так должен бегать везде. Ладно, давайте тогда я, знаете, что сделаю? Поднимусь наверх по этой лестнице. А где она там? Так, а у меня эстуса нету. Может, там где-то будет полняшка экстуса. А, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Медленный он какой-то.
Так, окей, какой-то мост. Так, ну подняться это поднимусь. Так, душа огромная. Огромная душа. Так, это мост. Это, походу, развилка, да, у нас? Сад темных корней. Ага. Ага. И где это я буду? Так, я сейчас момента такого не понял. Ну, посрать. Давайте, короче, я без записи туда быстро добегу. И тогда продолжим. Блин, нужно посмотреть насчет бандикама. Может, я бандикамом тогда захватывал. Бандикам. Нет, я понял, до свидания. Не то, не лучше. Куда ж тогда идти? И то опасно. Так, нужно сделать так. Так. Нажать играть. Блин, да, я, кажется, снимал без бандикама. Так, продолжить. Так, странную куклу мы находили. Ага. Я не понял, почему на меня эти кусты налетели. Вот снова, ну нахера, ну что я вам сделал? Идите нахер. Он летит за мной. Лестница, лестница. Ладно, давайте, короче, я тогда вернусь обратно. Зачем на место нашли? Что долго как-то. Блин, ну карабин мне дает больше скорости передвижения. Я думаю, лучше выносливость подготовить. Что такие метки? Что вот такие метки, сир? Так, хотя я мог бы косточку возвращения заюзать, но мне нужно возвращаться с самого начала. К нашим этим. Вы поняли, я надеюсь. Костру, который на десятку. После того костра нам нужно будет вернуться. А, наконец-то.
Иначе лучше одиночными бить. Нам нужно вернуться в самое начало, отхилиться на 5, поднять как раз уровень свой. И мне нужно будет еще сделать... Поход в лес. Почему тогда я тени не убивал с этих 3 ударов? Почему я херячил там с 5? Что-то дисбалансом воняет. Ладно, ну в принципе главная цель мы сегодня уже сделали. Убили гидру эту сраную. Сейчас я к тебе приду, подожди. Тут у нас точно ничего нету. Кажись, нету, ладно. Да-да-да, гуляй, Майки. Успею, успею. А, точняк, я-то ж ему челик еще не отдал то, что он хотел. Ладно. Шо, может хп? 18. Не знаю. Мне бы здоровье вкачать. Там всего лишь на 20 разница. Загруженность нужна. Поднять тоже до 100 хотя бы. Это выносливость, да, у нас? Давайте я лучше до 100 прокачаю. До 100 вкачаю выносливость. Мне такое же встречаться, это уголь, достойный кузнец богов. Быть может, ты согласишься отдать его мне? Его жар позволит выковать божественное оружие. Да, почему бы нет? Большое тебе спасибо. Это правильный выбор, вот увидишь. Так, изменить... Усилить броню. Усилить оружие. Не могу, хорошо. В принципе, можно и крылатое копье прокачать. Мне алебарда нужно было. Купить предметы. Секирыч. Ой, а можно этот купить даже? Клевец. Блин, я бы купил секирыч. 95, да? Стоит, даже дешевле. Попал еще. Починить. А у меня 200. Бля, я не знаю даже. Нет, у меня. То увидимся, увидимся. В смысле, мне еще нет. Костер этот не отхиливает, но. 5 баночек. Где 5 флях? Вы что, гоните? Окей. А возжечь я тоже не могу, потому что у меня нету специальной печати. АЕФ, и что делать? Так, а давайте посмотрю, что у меня по вещам. Капюшон, капюшон. Одинаково, но это вопрос наша прочность, только больше, и все. По плюсам. Капюшон разбойника, он легкий. Смотрите, они меньше весят. Ну да, у них статистика немного вот это минус. И к молнии тоже. Ну, допустим, на разбойника они легче. Они лучше. И штаны тоже лучше.
Можно, в принципе, одежду оставить эту. А ну-ка. Да-да-да-да. Ой, что-то мне не нравится. Не нравится мне. Не очень. Костюм. Шлемак. Возвращаю. Нагрудник возвращаю. Да, он встает дольше. Еще раз. Да, он встает быстрее, значит я лучше этот поставлю. Мы отправляемся в лес. Хотя уже, по идее, конец, да, серии. Но, блин, давайте разок сходим. Тихо, да-да-да-да. Я вспомнил, что мне нужно купить предметы, оружие метательное. Мне нужно стрелковое оружие. 35. Блин, на оружность, не знаю. Не знаю. По 50-ке можно купить длинные стрелы. Да, возьму коротких. Don't get yourself killed. Хорошо, не дам себе умереть. А как он быстрее бегает? Я немножко не пойму. Блин, нет, травяной щит, конечно, с одной стороны, хороший. Но... В моих исследованиях нужно это. А почему я тогда убивал их? Может, у меня баф какой-то был? Так, мы открыли ворота. Окей, давайте посмотрим. Что я смогу сделать? Что я смогу сделать? Так, во-первых, тут где-то должен быть мах. Теневые эти враги. А. Да, конечно, нечестно, я понимаю. Класс. Поёт. Признаю. А, гамнюки. Да, приседает, значит, всё-таки с помощью БСС снимал. А где мечник? Где мечник мой? Вот мой такой мечник. Ты подожди.
бэкстеп в спину. Бэкстеп в спину. А, я понял почему. Я по тебе не мог туда попасть. Ты в инвиз. Это псина инвиз. Плюс трикадуш. Окей, еще раз. Где бы степы? Мне нужен бэкстеп. Маг, чертов маг. Там еще кто-то есть? Ой-ой-ой-ой. Да чё у вас тут до хера? Я один здесь. А вас много. Вот по одному бы окей. Ой, блядь, они ко мне забежали, ёбаный в рот. Вы что, издеваетесь? Что, блядь? Ладно, страшно. Какого хера? Почему они вообще на меня напали? Почему меня враги начали так видеть далеко? Что, заново? Мана, это со всеми заново. Начнем с рыцаря. По идее, я должен был его загреть. Где рыцарь мой? А, похоже, не загрелся, окей. Хорошая новость. Так вообще, почему на меня напали? Что? Что он делает? И что? В смысле, блядь? В смысле, я защитился, в смысле? Как это понимать? Как это понимать? Почему они меня вообще тут? Какого хера? Окей. Хорошо.
почему они вообще на него нападают. Отлично. Может, из-за того, что я их не во этого принца убил. Так они на меня все равно напали. Может, я очень громкий? Кто мне приходит такие, как ты? Твое решение найти меня верно. Но ведь цель твоя не могила, сэра Арстериса. А души иди мой совет, забудь об этом. Легенда об Арстаре всегда лишь выдумка. Пересечь тьму — это только сказка. Достаточно ли в тебе уважения к себе, чтобы не тратить время на поиски небывалого? Да, таких как ты я не встречал еще, и все же ты мне нравишься. Я Эльвин из Лиса Темных Корней. Я возглавляю клан охотников, которые выслеживают скверлесных могил. Что ты говоришь? Ты к нам не присоединишься? О, да, я уверена, что ты мне тебе поможем. Понятно. Действительно жаль. Но это только твой выбор, я не буду тебе вынуждать. Если ты передумаешь, приходи поговорим со мной еще раз. Так, а что это за место? Вот если я сюда пройду. Стоит ли вообще сюда идти? Ой, тут грибы большие. Это не мимик. Так, каменная броня. Блин, ну на самом деле я даже не знаю. Все так посмотрев, так все поняв, можно сказать, что это пиздец. О, там врата. А ну. Лампа слышалась. Что, на меня лиственные ублюдки не нападут? Да не тихо как-то. Так, там можно сделать это. Бля. Короче, давайте на этом закончим. Я хотел спуститься осторожно. Ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.